Це «Ікс-фактор», і на цій сцені відбувається найцікавіше. Гурт «Детач» та Олексій Кудрявцев заспівали пісню «За життя». І нам залишилося тільки почути суддівський вердикт. Панове, я сподіваюся, що ви впевнені у своєму виборі. І нагадаю, що якщо кожен із номінантів отримає від вас рівну кількість голосів, нам доведеться оприлюднити результати глядацького голосування. Піде той, хто набрав найменшу кількість голосів. Але я все ж таки сподіваюся, що у наших суддів вистачить сміливості прийняти рішення. Ну що ж, починаємо. Антоне, ти голосуватимеш першим, і твоє рішення передбачу. Так, да, моє рішення очевидно. Я, безусловно, желаю Лёше, щоб він продолжал себя реализовывать в этом проекте. Помимо этого проекта, я болею за тебя, я безумно счастлив, что мы с тобой встретились, ты стал мне близким другом. Я тебя люблю, и я отдаю свой голос тебе. Леша, мой голос від Антона. Юля, что скажешь ты? Я... Угу. Я очень благодарна Лёше за красивую борьбу. Это действительно были красивые номера, интересные песни, хороший голос. Но ясное дело, что для меня самые лучшие, самые перспективные, самые талантливые – это «Детач». Я голосую за «Детач». Юля видала голос «Детач». Андрей. Лёш, вы знаете, очень сложно вам было в данный момент конкурировать с коллективом. Вы один, а их много. Они здоровые, драйвовые. Конечно, на их стороне выступление, да? Но пусть ребята на меня не обижаются. Я говорю «да» им. Детач. Детач. Мой другой голос від Андрія. Тож, Костю, зараз твій голос вирішальний, і ми тебе слухаємо. Ну, очень сложно выбирать из этих двух участников, потому что говорить о том и сравнивать их нужно совершенно по каким-то разным критериям. То есть Леша, он герой нашего шоу, он проявил себя удивительным совершенно человеком, прежде всего человеком, который практически не имел никаких шансов, когда он попал в финал и все такое прочее, безусловно. Все думали, что он, собственно, на первом же прямом эфире, в общем-то, покинет, да, проект. Но он сделал какие-то невозможные совершенно метаморфозы над собой. И в человеческом плане, безусловно, симпатии, наверное, больше на его стороне. Что касаемо ребят, ну, это музыканты. Просто музыканты, настоящие музыканты. И вернемся все-таки к истокам, да, вот к основе. У нас музыкальное шоу, музыкальное. Мы все музыканты, и если судить по музыке и говорить о музыке прежде всего, то я отдаю предпочтение все-таки группе «Детач». Від наших суддів. І це означає, що хлопці, ви продовжуєте боротьбу і шоу. Зустрінемо через тиждень. Леша.